так? Вам придется с этим смириться, крабья душа! Я не могу приготовить двойной краб-бургер и все тут! Не могу положить на булку котлету, салат, сыр, лук, томат, кетчуп, горчицу, пикули и прикрыть это булкой! Я не понимаю порядок! Глядя на довольные лица жителей Бикини-Боттом, поедающие крабсбургеры, всегда мечтала их попробовать. И вот, наконец, я их приготовлю. Что ж, приступим. Нам понадобится фарш, булочки, листья салата, сыр, лук, помидор, маленькие огурчики, кетчуп, горчица и, конечно, секретный ингредиент. Это... Добавляем секретный ингредиент, фарш и хорошо перемешиваем. Формируем котлету диаметром чуть больше булочки и обжариваем с двух сторон. Слегка обжариваем булочку и можно собирать и крабсбургер. Булочка, котлетка, салат, сыр, лук, помидор, кетчуп, горчица, маленькие огурчики и накрыть булочкой. Сыром я, конечно, расщедрилась. С кусочком чуть поменьше было бы красивее, но на вкус это не повлияло, а крабсбургер вкусный. Повторите рецепт, чтобы проверить самим, и можете прислать фото готового блюда мне в соцсетях, ссылки в описании. Также подписывайтесь, жмите на колокольчик и делитесь видео с друзьями. До встречи!